в обновленных корпусах детского лагеря «Юность» проверили работоспособность новой пожарной системы оповещения. Ежегодно МЧС России вместе с межведомственной и надзорной комиссиями осматривают детские лагеря на безопасность. В прошлом году в ходе проверки «Юность» получила предписание, которое быстро устранили. Стены в столовой комиссия посчитала непожароустойчивыми. Сейчас здесь сделали облицовку плиткой. В этом предписании, в принципе, значимые вещи указываются, без которых лагерь не то что не может работать, но будет работать лучше, будет краше, будет соответствовать всем нормативам. На территории Самарской области в этом сезоне будут работать 713 оздоровительных комплексов для детей. Из них 30 загородных и 13 санаторных. Межведомственная и надзорная комиссии проверяют автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения лагеря и первичную систему пожаротушения. Все эти мероприятия, они очень важны и направлены на безопасное нахождение во время детского отдыха, то есть детей и граждан, которые находятся в лагерях. Особое внимание проверяющие уделили соблюдению требований регионального Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. Антисептик на входе в корпус, памятка по профилактике коронавируса и бактерицидная лампа удовлетворили комиссию. Всего было осмотрено 11 учреждений, которые примут детей на летние смены. Мы проверяем наличие и вообще и работу, да, работоспособность систем видеонаблюдения, систем громкоговорителей, целостность ограждения территории. Проверяем освещенность, наличие телефонов, да, для быстрой оперативной связи с полицией. В этом году в детском лагере «Юность» будут работать 4 смены по 14 дней и 1 на 21 день. Традиционно 3 первые смены будут военно-патриотическими. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События.